А сейчас я покажу тебе все свои моды, да, сборка уже есть в описании, поэтому скачивай, пользуйся. Конфиги я не сливал, потому что у меня достаточно специфический монитор, поэтому да. Перейдем, сейчас я покажу, как все настроить и какой мод за что отвечает. Собственно, заходим от Options, и первый мод, который мы видим, это Mouse Delay Fix. Эти три мода — это стандартные моды Майнкрафта. Он позволяет чуть-чуть пофиксить задержку при ударах, то есть... Да, насколько я понял, и чуть-чуть пофиксить мышку вашу, то есть задержка чуть меньше становится. Следующий мод это Nick Hider, он позволяет сделать вот такую вот команду, Nick Hider, и вы можете спрятать чужие ники, ну тут нужно играться, собственно, вы можете поменять как скин, ну то есть убрать скин других людей, чтобы вы его не видели, так и ник других людей, это мне помогало раньше при игре в Ranked. Следующий мод, который у меня здесь есть, это Block Overlay, ну думаю здесь объяснять особо ничего не нужно. Собственно, вот я навожусь на блок. У меня, как вы видите, сейчас пока нету никакого оверлея, потому что я сейчас не в игре в Скайварсе. Но здесь вы можете настраивать полностью все. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Здесь была кнопочка Always Rendered. Вот, все, у меня всегда теперь есть вот эта белая водка. Она беленькая, да, прикольненькая. И вы можете сделать абсолютно любой цвет. То есть, вот, я захожу себе, чик, цвет. И сделался, например, вот голубой там на фоне. Или вот, например, красный. То есть вот захотелся красный, бегаю с красным. Но мне комфортно, когда у меня белый, поэтому я, собственно, выставлю белый. Так, погнали дальше. Mod Options. Следующая настройка, это у нас Ping Display. Она у меня чуть-чуть забагалась, она находится чуть внизу. Она позволяет отображать ваш пинг. Вот командой Ping Display. Вот, она должна, она вот где-то внизу, она там спряталась, короче, там. Не хочет показываться. Следующий мод, который у нас есть, это Cellex Keystrokes. Это один из самых крутых модов, который у меня есть. Это самый крутой Keystrokes, который только есть. То есть вот я прописываю команду Keystrokes. У меня вот такая панелька настройки. Здесь куча настроек, но да, у меня сейчас настроено все на красное. Играйтесь, настраивайте, все круто. Следующий мод. Это перспектив мод. Он позволяет сделать вот такую вот штуку, то есть я могу вот так вот крутить камеру вокруг себя, правда, то есть на баге с прогрузкой чанков, но неважно. То есть я могу вот так вот покрутить вокруг себя, то есть я вот, например, где-то бегу, нажал на кнопочку чисто и покрутился вокруг себя. Это круто, да. Следующий мод это Orange Simple, и вот это вот три мода. Они позволяют, во-первых, спринтить, то есть вот я бегу сразу же, нажимаю только кнопочку W без контрола. Дальше я могу написать Simple Cut, например, и у меня есть вот такие три панельки. Это, то есть, вот, ваша статистика по поушенам, и здесь ваша броня, ну и направление, куда вы бежите. Это для УХК достаточно прикольная тема, и конфиг, он позволяет настраивать все, что вы хотите. Еще можно включить Direction Hub, да, но он у меня выключен. Следующее, это вроде бы у нас Rich Display Mode, на TCP No Delay, Sidebar, вот я покажу, ну, давайте я начну с Rich Display Mode. Этот мод, собственно, позволяет показывать ваш рич. Он у меня находится вот здесь, вот в углу в самом. Крутой мод, позволяет доказать, что вы не читер. Следующий мод, это у нас сайдбар. Это тоже крутой мод, сайдбар мод. Вот, вы можете отключить эту боковую панельку, либо настроить ее. Ну, конечно же, обычно она вот с такими номерами идет, это ужасно, поэтому да. У меня есть такой мод, который позволяет это пофиксить. Последних два мода, это TCP No Delay. Кстати, вот эта вот тема, она не фиксит удары, а вот эта тема, она фиксит удары, она помогает сделать, то есть вот. Здесь написано, что она делает, она позволяет чуть-чуть улучшить удары, насколько я понимаю. Time Changer, да, то есть вот я могу поставить себе день, могу поставить себе, например, закат, вот командой Sunset,
И могу поставить себе ночь. То есть вот у меня все, темно, да. Как-то так, видите, у меня тут освещение такое, все прикольненько. Ну, темно, правда, ну, ладно, неважно. Это, собственно, все моды, которые у меня были, да. Эта сборка, на самом деле, вот такая вот небольшая. Вы могли ее сделать сами-сами, но так как вы ленивые, да, то она уже лежит в описании. Поэтому, да, давайте. С вами был Скьюзи. Еще раз вам всем огромное спасибо за 500 савов. Пока.